театральному сезону в Одесі бути. З 1 липня на сцені літнього театру у міському саду свої вистави представлять «Мускомедія», «Театр на Ніжинській», «Київський театр «Чорний квадрат» і «Будинок клоунів». Така кооперація сталася через епідемію коронавірусу. Поки триває карантин, стаціонарні театри залишаються зачиненими. Проте у міському саду відкритий простір. Тут обіцяють вжити усіх протиепідеміологічних заходів. Будет у нас порядка 400 мест для зрителей. Говорю порядка, потому что у каждого коллектива есть свои проблемы, в том числе у нас самые большие – это наличие оркестра, то, что не может быть, у всех одинаковое количество мест. Все билеты будут продаваться через все существующие системы продаж. Пока не очень можно открывать кассы, но тем не менее потихоньку мы, я думаю, и кассы в театрах, и мы тоже будем постепенно это начинать. Рассадка будет так, на половину свободная. Наш театр будет показывать здесь 7 названий. Не все спектакли мы можем играть в таких условиях. Это в первую очередь наша, и мы этим спектаклем будем открывать свой показ 3 июля. Это, естественно, «Белая акация». 1 липня театральний сезон відкриє «Будинок клоунів». Усі вистави розпочинатимуться о 8 годині вечора, щоб літній театр цілий день був вільний для прогулянок. Проект триватиме до кінця серпня. У нас все комедии, у нас ни одной трагедии никогда не получалось, даже когда мы очень хотели из этого сделать трагедию. Но это «Ромео и Джульетта» комедия, конечно же, уже этому спектаклю, кстати, в этом году 20 лет исполняется. Вот. И мы, наверное, в книгу рекордов Гиннесса попадем. Я как самый старый Ромео, Наташа как самая зрелая Джульетта Буско, заслуженная артистка. Еще покажем спектакль «Дон Жуан», ну и «Атаку клоуна», потому что это самый драйвовый спектакль наш. А остальные спектакли можно будет прийти к нам в театр посмотреть, потому что... Потому что потому. Да.